В начале года Приморский край заключил соглашение с белорусскими производителями, по которым Примавтодор получит 215 единиц дорожной и строительной техники. Братская республика уже предоставила первую партию. Более 30 машин, самосвалов, грейдеров отправятся в пострадавшие муниципалитеты края для ликвидации последствий ЧС. Это в том числе наш ответ на те вызовы природной стихии, которые с каждым годом все больше и больше случаются в наших районах, с тем, чтобы в каждом районе была надежная система реагирования на те или иные чрезвычайные ситуации, с тем, чтобы в надлежащем порядке содержались дороги, чтобы была возможность их асфальтировать, содержать, вовремя производить все аварийные, спасательные работы при необходимости. Олег Ожемяка также добавил, что краевое правительство продолжит усиливать филиалы компании, помогать создавать новые отделения, строить асфальтобетонные заводы и обновлять парк техники. С тем, чтобы была возможность проводить полный цикл работы, то разработки карьера до укладки асфальт. Это даст возможность, во-первых, повысить качество содержания дорог, во-вторых, мгновенно реагировать на те природные катаклизмы, которые у нас возникают. Также губернатор поблагодарил сотрудников Примавтодора за тяжелый труд в выполнении самой ответственной в непогоду миссии. Анна Дьякова, новости на Восьмом.